Еще одну громкую премьеру в наступившую зимнюю пору провела Lamborghini. Итальянцы явили на свет свой первый в истории кроссовер, имя которому Урус. Сами разработчики называют его не иначе, как Super SUV, намекая на то, что перед нами самый быстрый кроссовер в мире. На Урус устанавливается 4-литровый V8 битурбо, развивающий 650 лошадиных сил и 850 ньютон-метров крутящего момента. Таким образом, речь идет о первом серийном Lamborghini с турбомотором под капотом. В паре с 8-ступенчатым автоматом он разгоняет Урус до 100 км в час за 3,6 секунды, заявленная максимальная скорость — 305 км в час. А еще это самый практичный Lamborghini. Объем багажника у Урус равен 616 литрам, а сложив сиденье заднего ряда, его можно увеличить до 1595 литров. В списке оснащения, помимо всего прочего, имеются мультимедиа-система, а также аудиосистема на 1700 Вт. На дорогах Урус появится весной следующего года.